В Омске дотла сгорел столярный цех. К счастью, обошлось без жертв. Возгорание произошло на улице Барабинской. Ближе к утру пожарных вызвал сторож. Из-за того, что внутри здания находилось много горючих предметов, огонь распространялся очень быстро. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, полыхали уже 600 квадратных метров помещения. Открытый огонь удалось локализовать только через несколько часов. Тушить пожар было сложно, рядом не было гидрантов, поэтому воду пришлось подвозить. На месте ЧП работали 55 пожарных и 14 единиц спецтехники. Ущерб оценили в 8 миллионов рублей. Причину возгорания выясняют специалисты. Ночью здесь дежурю. Печка топится, все топится. Электрика, искры, все загорелось. И все на весь цех передалось. Причину пожара установят со 100% точностью. Следственно-оперативная группа. На выяснение причины дается 10 дней. Через 10 дней мы будем иметь полное представление о причине данного возгорания. Также стоит отметить, что пожар получил большое развитие из-за позднего его обнаружения и сообщения о нем в пожарную охрану.